Добрый день, друзья. Привела маму немного свою подстричь, потому что уже заросла, все это купила ей краску. И говорю, надо приводить себя, бабушка, в порядок. Вот немножко. Ну, в общем, сейчас подстригут ее, снимут ей по максимуму, потому что и жарко, и не хочется всего этого. И я ее завтра подстригу, и будет моя звездочка готова. Она мне только каждый день говорит, вот все, завтра война закончится, я уже послезавтра уезжаю. Послезавтра уезжаю, все, в общем, все время спешит домой. Тянет ее назад домой в Украину. Я говорю, тебе у нас плохо? Нет, хорошо. Говорю, так в чем дело? Нет, все равно хочу домой. Вот так вот. Все, ребятушки, мы уже... У меня сегодня день, скажем так, выгула. Вот, бабушка подстригла, все, правда, немножко не так, как она привыкла, то, не знаю, расстроилась или нет, но ничего, сами зубы отрастут. А сейчас пришли в магазин «Манго», вот, находится тут в примерочной. Меряют на работу себе льняные какие-то широкие штаны, потому что у нас уже очень сильно жарко. И в джинсах они неимоверно жарко. Но дело в том, что брюки разрешены только черные или только темно-синие. Вот, так что мы пришли что-нибудь прикупить и этот и обувь. Нужно какую-то такую на низком ходу, чтобы было удобно целый день работать. Ну что, Дать, ты померил? Мамина звездочка. Пусть говорят, что хотят. Ты для меня самая красивая, и мне похер, кто что говорит. Красивые. Ну покажись, ну покажи, что ты скажешь. Красивая. Да, да, красивая. Да, мама. Дыркеш. Так, ребятушки, хочу вам показать. Это магазин «Манго». Брюки XL, 100% лен, и стоят эти брюки 40 евро. Все, идет моя доченька довольная с пакетом «Манго». Все, с первой покупкой. Вот. И там идем теперь смотреть обувь. Мамина принцесса. Что? Все? Ну, хорошо. Зарплату где положишь потом. Все, пойдем. Все. Пошли мы дальше. Тратить деньги. Так, мы зашли в магазин Geox. Смотрим босоножки.
такие гекс-босоножки стоят 99,90. Такие. На низком ходу. Юля меряет сейчас еще такие другие. Они, может, конечно, они модельные, все, но нам не надо. Нам надо такое, чтобы одела и нога спала в них. Есть еще вот такие. Тоже вот такие. Такие 80 евро. Дочь, ты там перекрутила все. Будем брать эти? Ну, тебе в них удобно? Моя дочка сильно меня обманула. Представляете? Только что проплатила мне босоножки. Сказала, что случайно открыла банковскую карту. Вот. И купила мне синие эти босоножки. Говорю, тебе нравится? Я говорю, да, но я сейчас покупать ничего не собираюсь. И она мне взяла и купила. Вот так вот. Выросла моя девочка уже очень быстро. Так вот дожилась мамочка, что уже может позволить получать подарки от своих детей. Но я чего-то не да это. Я увидела, что у нее на карте банковской. Но я знаю, что она еще зарплату не получала и уже под ноль потратилась. И это да, и у меня чисто это, ну, просто случайно, говорит, нажала. А оказывается, она уже проплатила с карты мне босоножки. И приятно, конечно, очень-очень сильно приятно, но и тем не менее, что хотелось бы лучше, чтобы она больше как можно покупала себе. Вот, чтобы вы имели представление, что значит летние площадки летом в Аликанте. Вот так вот идешь, нет просто ни одного свободного места, и к тому же еще такой стоит несусветный ор, что ты сам себя не слышишь. И просто нет свободного ни одного единого столика. Вот так вот. Так что не одни мы здесь живем. И точно так же вы спрашивали по поводу купания, да, в бассейне, что мы одни. Нет, мы просто выходили тогда, когда была сиеста. И никого в этот момент не было. Так что вот так вот. Ну все, ребятушки. Сейчас отключу. Сюда поближе к себе добавлю микрофон. Мы уставшие, но счастливые. Да, доченька? Идем. Где-то присядем, что-нибудь попить. Потому что на улице очень жарко, хоть и вечер, но все равно духотища. И так вот переключу вам, прогуляемся. Вот. С обновками. Покажу наши кулечки, китики. Нет, бочком. Вот. Юля себе купила шорты, эти брюки. И сандали, босоножки. Ну, вот. И обдурила маму. Ну, капец какой-то. И я тоже лохудра увидела. Я уже должна была догадаться, что моя дочь врушка. Да? Вот. Ну ничего, она знает, что мама в долгу не останется. Ну все, мои хорошие, мы пойдем где-нибудь сейчас присядем. А тут он, видишь, какие-то тут какие-то суши продают. А ты видела там или ты туда заходила? Да, но там никогда никого
все, мои хорошие, все, всего вам хорошего, хорошего вечера. Всем до встречи. И всем пока-пока. Мы пошли, будем дальше где-то отдыхать и наслаждаться жизнью. Все. Вас обняла, поцеловала и пока-пока.